Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Евсеев Антон Вячеславович, редактор редакции «Биология, естествознание» и издательство «Просвещение». Вот, и мы продолжим наши беседы по поводу того, как решать разнообразные задачи по генетике. Значит, я немножко повторюсь, что я... помимо работы в издательстве просвещения, ну, еще и тогда занимаюсь различного рода репетиторской деятельностью на курсах подготовки к ЕГЭ различных вузов. И проблема, которую мы сегодня будем обсуждать, в общем-то, она как раз была мной обнаружена во время очередного занятия на таких курсах. Причем, если честно, я совсем не ожидал того, что она там есть. Если коротко эту проблему сформулировать, то получится, наверное, следующее. Несмотря на очень подробное, очень тщательное изложение материала в самых различных учебниках и пособиях, дети почему-то в большинстве случаев не могут понять, о каком наследовании речь идет в условии задачи, а независимо или асцепно. Вот совершенно не могут этого определить, и не с первого раза, и не со второго, там, и не с 25-го. Именно поэтому я в какой-то момент чуть-чуть подкорректировал свой стиль изложения, свою методику преподавания в сторону того, чтобы научить детей быстро, а ведь на экзамене, как мы знаем, главное скорость. Чем быстрее ребенок поймет, о чем вообще задача и как ее надо решать, ну, тем больше у него шансов действительно уложиться во временные рамки и получить высокий балл за задание. Так вот, все было направлено на то, чтобы дети могли как можно быстрее распознавать тип наследования задачи. Вот об этом я и предлагаю сегодня поговорить. Итак, независимое наследование или же сцепленное? Как определить? Ну, в общем-то, давайте чуть-чуть вернемся к началу. Я постоянно, чуть ли не при каждом вебинаре, говорю вам про системы классификации генетических задач, ну, по совершенно разным критериям. Вот. Давайте вернемся к классификации по характеру наследования. Я о ней упоминал, но подробно ее не разбирал. Вот сейчас поговорим поподробнее. На какие же группы можно разбить генетические задачи по этой классификации? Ну, соответственно, задачи на независимое наследование признаков чаще всего встречаются на ЕГЭ. Задачи на сцепленное наследование признаков. Я здесь написал, что сюда же относится и задача на сцепление с полом, но на самом деле вот с этой группировкой задач не все так однозначно. И об этом мы тоже поговорим в ходе нашей беседы. Тоже достаточно часто бывают на ЕГЭ. И задачи на нарушение сцепленного наследования в результате Крессинговера. Долгое время вообще все, что связано с Крессинговером, на ЕГЭ было редкостью. Но в последние годы интерес к Крессинговеру среди составителей экзаменационных заданий очень и очень возрос. Поэтому я вот тоже опять-таки делаю небольшую коррекцию. Уже в методике преподавания я начал уделять большее внимание Крессинговеру. И вам это тоже рекомендую. В частности, в демоверсии ЕГЭ, который вот вышел совсем недавно, 2019 года, как раз есть задача Крессинговера. Поэтому желательно про него вспоминать почаще при подготовке к ЕГЭ. Ну и четвертая группа – это задача на неаллельное взаимодействие генов. В ЕГЭ их, как правило, нет. Я, по крайней мере, ну, с 2004 года, я не помню, чтобы что-то из них, в 2004 году была полимерия в одном из вариантов, чтобы хоть что-то попадало на экзамены. Вот, хотя не исключено, если вот так вот Крессинговер извлекли из пыльного бабушкиного сундука и почистили, и включили в ЕГЭ, не исключено, что в ближайшее время эти задачи появятся. Вот, так что, может быть, как-нибудь стоит и о них подробнее поговорить, но сегодня мы их разбирать не будем. Итак, три пункта. Независимое наследование, сцепленное наследование и нарушение сцепления в результате Крессинговера.
Об этом и будем говорить. Что я в первую очередь рекомендую ученикам? Ну, у нас какая самая первая задача? Понять, какое наследование фигурирует в условии задачи. Надо внимательно читать условия задачи. Всегда говорят, внимательно читаем условия задачи. Сразу можно понять, потому какой здесь возможен тип наследования, если мы определим задачу по другой классификации. Задача на моно- или на дигибридное скрещивание. Ну, собственно говоря, определяется по тому, сколько признаков фигурирует в условии. Если анализируется один признак, моногибридный. Если больше одного, ну, D3, полигибридное, в общем, скрещивание на экзамене, как правило, фигурирует в основном дигибридное скрещивание. Чем это нам может помочь? А тем, что в большинстве случаев, если задача на моногибридное скрещивание, то наследование там независимо. Если только речь не идет о сцеплении с полом. Но обычно сцепление с полом в условии, оно, как правило, как-то оговаривается. Вот. Но вот с дигибридным скрещиванием уже все сложнее. Здесь может быть и независимое, и сцепленное. Вот. Значит, здесь какой второй шаг? Всегда нужно смотреть на соотношение фенотипов потомства. При сцепленном наследовании, там гены находятся в одной хромосоме, я сейчас только про дигибридное скрещивание говорю, для простоты, поэтому типов гамет будет меньше, и, соответственно, генотипическое и фенотипическое разнообразие будет намного меньше. И вот я всегда, для того, чтобы проиллюстрировать это, почему-то для учеников это кажется совершенно неявным, предлагаю решить классическую менделевскую задачу со скрещиванием растений гороха и анализом по признакам семян. В двух случаях. Первый случай, это вот как Мендель решал, наследование независимое. И второй случай, а что бы было, если бы в такой ситуации наследование было бы сцеплено. Просто вот делю доску, ну или нету доски, лист бумаги, на две половины, и на одной половине пишу, как бы развивалась ситуация в случае независимого наследования. Здесь детишки вспоминают как раз то, что в учебнике изложено по этому поводу. И во втором случае, как бы ситуация развивалась при сцепленном наследовании. Здесь у меня, к сожалению, нет возможности так сделать, поэтому я сначала проанализирую ситуацию с независимым наследованием, а потом со сцепленным. Итак, независимое наследование. Какие мы анализируем признаки? Это признаки цвет семян, желтый и зеленый, и как мы помним, желтый Менделя был доминирующим, а зеленый, соответственно, подавляемым рецессивным признаком. И форма, гладкая форма была доминантной, морщинистая форма была рецессивной. Ну, давайте вспоминаем, что там при независимом наследовании идет. Вот мы проводим скрещивание, мы обозначаем доминантные признаки А большой, Б большой, рецессивные А малое, Б малое. Вот так вот пройдет скрещивание. Опять-таки решетка Пинетта, без нее никак нельзя, она обязательно должна присутствовать. И здесь я всегда детишкам чего говорю, что для того, чтобы потом было легко подсчитать количество фенотипических классов, под генотипами пишите фенотипы. Вот я обозначил желтый цвет буквы G, гладкую форму буквы D, зеленый цвет буквы Z, морщинистую форму буквы M. Я всегда им рекомендую подписывать в решетке Пинетта. Ну, впрочем, это на самом деле моя рекомендация. Мне как-то удобнее иметь дело с буквами. Дети вообще иногда для того, вот, чтобы легче ориентироваться в решетке Пинетта, проявляют ну, такой весьма и весьма творческий подход. Помню, у меня была ученица, которая раскрашивала разные цвета ячейки решетки. Вот. Ей так было удобнее запоминать.
Кто-то там применяет какую-то свою систему условных обозначений, вплоть до того, что в ячейке прям признак рисует. Вот, ради бога. Главное, чтобы потом они могли быстро подсчитать количество особей в различных фенотипических классах. Ну, в общем, мы это можем сделать достаточно легко. Мы видим, что фенотипических классов у нас, как и следовало ожидать, 4. Желтый-гладкий, желтый-морщинистый, зеленый-гладкий, зеленый-морщинистый. А если мы посчитаем соотношение, то у нас получится классическое менделевское. 9 к 3, 3 к 1, 4 фенотипических класса. Наиболее многочисленный фенотипический класс – это где проявляются два доминантных признака. Промежуточное соотношение, где только один доминантный признак проявляется, и самое маленькое количество особей в классе, где оба рецессивных признака. Кстати, интересно, что во всех учебниках дается вот это вот соотношение 9 к 3 к 1. Даже удивляюсь, почему дети не помнят. Как бы в курсе генетики буквально чуть ли не в каждом уроке упоминается. Но вот нигде не дается классическое соотношение генотипов. Оно, между прочим, тоже есть, оно константное. Ну вот. При независимом наследовании дегибридного скрещивания получается всего 9 вариантов генотипов, и вот в таком соотношении. В принципе, для того, чтобы решить задачу на ЕГЭ, его помнить не обязательно. Но вот если ребенок хочет участвовать в Олимпиаде, а нет генетические задачи тоже, там такое соотношение надо бы помнить, потому что как раз на Олимпиадах бывают задачи на неаллельное взаимодействие. Все эти комплементарности, эпистазы, полимерии. И вот там зачастую тип наследования определяется как раз не по соотношению фенотипов, а по соотношению генотипов. Поэтому я всегда им говорю, ребят, вы запишите, какое соотношение генотипов классическое. Может быть, когда-нибудь оно вам пригодится. Главное, чтобы оно было. Ну ладно, вернемся к альтернативному варианту. Это все как бы левая половина доски, то, что я сейчас вам представил. Что у меня на правой половине доски? А на правой половине доски у меня альтернативный вариант. А теперь давайте представим, что мы имеем дело со сцепленным наследием. При этом оба доминантных и оба рецессивных гена сцеплены. То есть каждая пара находится в одной хромосоме. Я самый легкий вариант. Так, аллель, а большое сцепление с большим, а малое с малым. И, соответственно, образуются вот такие вот локальные группы сцепления. Я всегда говорю детишкам, для того, чтобы не запутаться, если мы уж четко определили тип наследования, при сцепленном наследовании вы как-нибудь его помечайте. Я вот обычно люблю нижнее подчеркивание. Ну, мне кажется, так наглядно. Опять-таки, это совершенно не обязательно. Некоторые дети, особенно из тех, кто любит по разной дополнительной литературе путешествовать, а таких на курсах у меня, как это не видно, немало, одни там из вузовских учебников обычно откапывают способ вертикального обозначения. Это когда между буквой А и Б две вертикальные черточки. Это в вузовских учебниках очень любят вот так вот обозначать. Есть другие тоже способы обозначения, но неважно. Главное, я всегда рекомендую, что если имеет место быть сцепление, его как-нибудь отмечать. Чтобы потом просто было удобно. Так, ну вот, собственно говоря, скрещивание будет такое, да. Давайте, что называется, сравним разнообразие гамет. Отмотаю чуть-чуть назад, да, сколько тут было гамет. Сколько тут было гамет. Неудивительно, что фенотипических классов получится сильно меньше. Давайте проверим. Действительно, у нас получается всего два фенотипических класса. Причем первый из них будет демонстрировать доминантные признаки, оба доминантных признака. И второй, оба рецессивных признака. Нету вот этих вот промежуточных классов с одним доминантным признаком. То есть
у нас получается всего два фенотипических класса, а соотношение 3:1. Что-то напоминает, да? Вот и дети. Я детям тоже всегда говорю, ребят, вам это ничего не напоминает? Начинается мыслительная деятельность. Такая. Очень бурная, интенсивная. Ну, все-таки фармакурс. Фармакурока, они там общаются свободно друг с другом, все начинают обсуждать. И вдруг кто-нибудь умный говорит, господи, ну ведь это же второй закон Менделя. Да, говорю. Соотношение точно такое же, как при моногибридном скрещивании гибридов какого? Правильно, первого поколения. Вот гибриды второго поколения, если все нормально, дают именно такое фенотипическое соотношение. А здесь у нас, между прочим, дигибридное скрещивание, но при сцепленном наследовании. А вот соотношение точно такое же. Давайте запомним это. А заодно, опять-таки, это не столь важно для ЕГЭ, но может быть пригодится где-нибудь на Олимпиаде. Запомним соотношение генотипов. Оно там тоже по второму закону Менделя 1:1. Всегда. То есть опять-таки почувствуйте разницу. Вот генотипическое соотношение при сцеплении. Сейчас мы вспомним, да, какое было независимое генетическое соотношение. Ага. Разница есть? Есть. И очень большая. Вот, после того, прошу прощения, как я с ними разобрал вот эти вот два альтернативных варианта на разных сторонах доски, я даю им обычно такое задание на закрепление. Так, смотрите, здесь все было очень легко. Я в условии сцепил один доминантный ген с другим доминантом, один доминантный аллель с другим доминантом, и один рецессивный с другим рецессивным. А вот надо вам задание, а попробуйте вы их по-другому сцепить. Так, чтобы какой-нибудь из доминантных был сцеплен с каким-нибудь из рецессивных. И посмотрите, что у вас получится. По соотношению, по генотипам и по фенотипам. Вот, они берут это задание домой и на следующее занятие, на следующую беседу, как я их называю, приносят мне правильный вариант решения генетической задачи. То есть вот они очень четко, как выясняется, усвоили, как работать со сцепленным наследованием, какие там закономерности и какие там приемчики. Вот. Но дело в том, что это опять-таки такой уж очень, как бы это сказать, классический вариант. А ведь могут быть и различные отклонения. И иногда эти отклонения тоже ловятся по классическим соотношениям. Очень часто на ЕГЭ в условии задачи на самом деле закопано хорошо знакомое нам из всех учебников анализирующее скрещивание. Да? Мы помним, что это та ситуация, когда имеется некая особь с ярко выраженными доминантными признаками, но мы не можем понять, это доминантная гомозигота или же дигетерозигота. Это мы там будем доминантные признаки выражены. И тогда что мы делаем? Правильно, скрещиваем с особью генотип, который известен. А генотип известен только у рецессивной дигомозиготы. В анализирующем скрещивании при, соответственно, дигетерозиготы с дигомозиготой тоже есть определенные соотношения. Если в потомстве получается 4 фенотипических класса в соотношении близком 1:1:1:1, то здесь речь идет, скорее всего, причем 99%, о независимом наследовании. Я говорю, скорее всего, потому что, опять-таки, на самом деле такое сочетание иногда при эпистазе возникает, но о нем не надо думать, на ЕГЭ его пока что нет. А вот если там получается соотношение 1:1,
очень похожая на таковое при моногибридном анализирующем скрещивании, здесь у нас дигетерозигота с дигомозиготой, значит это сцепленная ось. Один к одному, к одному, к одному независимая, один к одному сцепленная. Я вот все время прошу их это запомнить. Потому что очень часто в задачах на ЕГЭ именно вот по такому соотношению можно сразу определить, какое наследование имеет место быть. Что ж, какие еще могут быть исключения? Очень часто ситуацию путают летальные аллели. И вот задачи с летальными аллелями на ЕГЭ бывают. И достаточно часто. Ну, как мы помним, весь смысл задач на летальные аллели состоит в том, что вот какое-то сочетание двух аллелей будет вызывать гибель потомства на самых ранних стадиях развития. То есть среди взрослых потомков, когда аллели уже начинают проявляться в фенотипе, вот этих вот особей не будет. Соответственно, летальные аллели в F2, они могут давать меньшее, чем 9 к 3, к 3 к 1 соотношение при независимом скрещивании, и, соответственно, меньшее, чем 1 к 2 к 1 количество генотипических, а не фенотипических классов, при, соответственно, меньше, чем 3 к 1 по фенотипу при сцеплении. Ну вот, давайте попробуем убедиться в этом, решив задачу. Как раз здесь у нас имеется так называемый летальный аллель. У мышей ген черной окраски тела на большое доминирует над геном коричневой окраски тела, а маленькое. Эти гены расположены в одной паре аутосомов. Длина хвоста определяется генами B большое и B малое, расположенными в другой паре хромосом. А какое у нас сразу наследие на этой задаче? Да, независимо. Особи с нормальной длиной хвоста имеют генотип B большое, B большое, а с укороченной B большое, B малое. Мыши, имеющие генотип B малое, погибают еще в утробе матери. Какое потомство следует ожидать от скрещивания двух дигетерозиготных по этим признакам животных? Итак, летальное сочетание – это два рецессивных аллеля B. Вот любые особи, в генотипах которых оно встретится, ну, грубо говоря, вообще не родятся. То есть выборки их не будет. Ну что ж, давайте решим. Итак, обычное рассуждение. Ну, собственно говоря, первый этап, который дети обычно пропускают мимо ушей, это то, что здесь вообще-то характер наследования определяется сразу. И он виден из фразы, которую я выделил, когда читал условия. Эти гены расположены в одной паре аутосом, это про аллели гена А. Гены B большое и B малое расположены в другой паре хромосом. Ага. Соответственно, пара аллелей, отвечающих за один признак в одних хромосомах, и пара аллелей, отвечающих за другой признак в других хромосомах. Сцепление быть не может, ну, в принципе, вообще никак. Наследование независимое. Замечательно. А теперь давайте посмотрим, какое тут будет соотношение. Ну, собственно, обозначения у нас уже были даны. Дигетерозиготы, это значит А большое, А малое, Б большое, Б малое. Вот мы их скрещиваем. Соответственно, такие у нас будут гаметы. Ну, а что получится в итоге, смотрим по решетке пенопласта. Вот здесь вот опять-таки один небольшой приемчик, который я рекомендую детям при решении задач на летальные аллели. Какое-то, соответственно, сочетание, всегда оговаривается, какое будет вызывать гибель зародыша.
чтобы потом, подсчитывая фенотипы, не запутаться, я рекомендую вот там, где это летальное сочетание будет фигурировать, эту ячейку просто зачеркивать. Вы написали генотип, посмотрели, о, тут вот это вот сочетание, бмалое-бмалое, сразу зачеркнули. А, здесь есть? Нет, здесь нет. Нормально, оставляем. Здесь есть? Ага, здесь оно опять есть, тоже зачеркиваем. Кстати, мало того, что помогает не запутаться, так еще и время экономит. Зачеркнутые ячейки, что не нужно делать? Ну правильно, подписывать фенотипические признаки. Несколько секунд сэкономили, а на экзамене это может сыграть свою роль. Итак, в конечном итоге мы здесь зачеркнули 4 ячейки. Самое интересное, что одна ячейка соответствовала целому фенотипическому классу. Тому вот самому малочисленному, как вы помните, где только рецессивные аллели имеют место быть, а малая, бы малая. Но тем не менее, фенотипический класс у нас здесь пропал полностью. То есть, среди потомства будет не 4, как положено, а только 3 фенотипических класса. Самый малочисленный ответ. Соответственно, анализ дает нам, что в потомстве могут встречаться черные особи с укороченными хвостами, вот такие вот генотипы. Черные особи с нормальными хвостами, вот такие вот генотипы. Коричневые особи с укороченными хвостами, такой вот генотип. И коричневые с нормальными хвостами. Соответственно, фенотипических, да, прошу прощения, давайте еще раз отмотаем. Фенотипических классов на самом деле 4, да, не 3, их должно было быть 5, но один фенотипический класс отсутствует, да, прошу прощения, я сделал ошибку. Фенотипических классов на самом деле 4, однако соотношение немножко другое. 6 к 3, 2 к 1. Это не 9 к 3, 3 к 1. Вот. То есть, видите, в этом случае соотношение по фенотипам не соблюдается, хотя наследование независимо. Внесло коррективу то, что некоторые сочетания летальны. Кстати, по генотипам соотношение тоже не будет соблюдаться. Здесь генотипов меньше. Их 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Это вот не классический 9 вариантов. Вот. Какие еще могут быть отклонения, кроме летальных? Кстати, я по поводу летальных генов всегда тоже ребятам говорю, что в большинстве случаев вот этот вот эффект летальных генов, он сразу оговаривается в условии, потому что всегда говорится о том, что какая-то часть потомства погибает. В генетических задачах просто так никто никогда не погибает. Если присутствует такая фраза, ну, ждите неприятностей в виде эффекта летальных генов. А какие еще могут быть отклонения? На самом деле, очень простые. Мы же, как правило, и вот это вот с моей точки зрения, очень большой минус. Как в современных учебниках, так и в пособиях, причем во многих, если не во всех. В большинстве случаев задачи на независимое, сцепленное наследование рассматриваются в классическом варианте. То есть скрещиваем гетерозиготу. Скрещиваем дигомозигот, там доминантную и рецессивную. Проводим анализирующее скрещивание. Это все замечательно. А вот если, к примеру, мы скрестим особь, которая по одной паре признаков гомозиготна, а по другой гетерозиготна. Ну хотя бы с такой же особью. Вот какое тут соотношение будет? Дело в том, что вот таким вот задачам, как я их называю, задачи с нестандартными генотипами, времени в учебниках и пособиях уделяется очень и очень мало. И мне на курсах как раз приходится с детишками именно такие задачи решать в основном. Чтобы они посмотрели, вот, оценили весь спектр
разнообразие потомства, которое может быть. И вот совершенно очевидно, что в таком случае, если мы скрещиваем рецессивную гомозиготу с организмом, который по одной паре генов гомозиготин, аллель гомозиготин, а по другой гетерозиготин, вот там же соотношение потомства будет совершенно другое, 9:1. Ну, это ладно. Порешав такие задачи с детишками, через какое-то время они, в общем, как-то понимают, что да. Не всегда при дегибридном скрещивании мы приходим к 9:3:1 в случае независимого наследования или к 3:1 в качестве сцепленного. Да, не всегда работает такое соотношение. Но вот каким же тогда образом определять, какое наследование? Что, заучивать все возможные варианты? Некоторые детишки такие очень, скажем так, пунктуальные и методичные, они действительно так поступают. Они заучивают все возможные варианты. Их на самом деле не так много. Заучить можно. Но я все-таки не рекомендую. Я рекомендую использовать другой способ, который почему-то совершенно забыт в современных учебниках и пособиях. Хотя в вузовских учебниках он встречается. Это так называемое сравнивание соотношений. Смотрите, в чем тут дело? У нас дегибридное скрещивание. То есть мы анализируем две пары альтернативных признаков. Да? Желтый-зеленый, гладкий, морщинистый. Вот если мы посчитаем соотношение потомков, несущих каждый вариант признака по отдельности. Например, мы посмотрим, сколько потомков вообще желтых, а сколько зеленых. Вот какое там соотношение? 1:1, 3:4, там, неважно. Мы определим это соотношение. А потом мы сделаем то же самое с другой парой признаков. Гладкие морщинистые. Вот там какое будет соотношение? Тоже 1:1, 2:3. Надо найти. И потом мы посмотрим. Эти соотношения совпадают или нет? Соотношения по одной паре признаков, соотношения по другой паре признаков, вот они одинаковые или нет? И здесь имеется очень четкая закономерность. Если соотношения не совпадают, значит наследование независимо. А если соотношения совпадают, значит наследование сцеплено. Ну, я думаю, сейчас мы увидим, как этот метод работает. Давайте задачу решим. Вот имеется яблоня с красными и округлыми плодами. Ее скрестили с яблоней, у которой зеленые и округлые плоды. В результате получилось 37% растений среди потомков, обладающих округлыми и красными плодами, 37% с округлыми и зелеными плодами, 14% с вытянутыми и красными плодами и 12% с вытянутыми и зелеными плодами. Ну, вот такое вот разнообразие. Определите генотипы родителей, а также характер наследования обоих признаков, если красная окраска и круглая форма яблок являются доминантными признаками, а зеленая окраска и вытянутая форма рецессивными признаками. Ага, замечательно. Ну, опять-таки, давайте рассуждать. Обозначаем красный цвет плодов как А большое, зеленый как А малое, круглая форма как Б большое, а вытянутый как Б мало. Так, обозначение мы ввели, все в соответствии с условием. Давайте думать насчет родителей. Вот. Значит, вторая яблонь, там плоды были зеленые, а зеленые это рецессивные. Ну, если он проявился, то по цвету плодов второй родитель гомозиготен. Почему это рецессивные гомозиготен? Большое, а малое, отлично. Вот детям я сразу, когда мы разбираем такую задачу, всегда говорю, сразу пишите. Так, второй родитель, мы его записали. А малое, а малое. С первой яблоней ситуация неоднозначная. Как мы помним,
Доминантный признак может нести как доминантный гомозигот, так и гетерозигот. Но если бы была доминантная гомозигота, потомство вообще были бы растения с зеленым яблоком? Правильно, не было бы. Первый закон Менделя, он никуда не делся, никому не удается никогда его обойти. Единообразие гибридов в первом поколении. Значит, первое яблоне гетерозиготно. А большое, а малое. Ага, записываем, записываем. Чудесно. По первым признакам мы уже определили. Вот. Соответственно, теперь давайте ко второму признаку. Ну, по поводу формы плодов. Мы видим, что получился полный спектр. Оба аллеля проявились. То есть присутствовало расщепление по этому признаку. А появились бы растения с вытянутыми плодами, мы помним, да, что это рецессивный, в том случае, если бы оба растения были доминантными гомозиготами по этому признаку. Нет, не появились бы вообще. Хорошо, гетерозиготами. Нет, тоже бы, точнее говоря, одна, если бы вот как раз гетерозиготами, тогда бы появились, потому что оба аллеля B малые присутствуют, соответственно, есть вероятность получить их комбинацию в виде B маленькая, B маленькая, то есть рецессивный гомозигот. Вот тогда бы появились. А если бы одна яблоня была в доминантной гомозиготе, вторая гетерозигота, есть такая вероятность? Нет, нет. Потому что нет второго аллеля B малого. Значит, делаем вывод. По второй паре признаков обе яблони гетерозиготны. Только этим можно объяснить расщепление по форме плодов среди их потомства. Ну, вот наша гипотеза. Первое яблоня А большое, А малое, Б большое, Б малое. Второе яблоня А малое, А малое, Б большое, Б малое. Наша новая гипотеза. А новую гипотезу, как мы помним, всегда надо проверять. Как будем проверять? Схему составим. Вот, пожалуйста. Первое яблоня дает такие гаметы, второе яблоня дает такие гаметы. А что решетка Пинета говорит? Решетка Пинета нам говорит о том, что в потомстве при таком раскладе действительно будут присутствовать красные круглые яблони. Ну, яблони с красными круглыми плодами. Яблони с зелеными круглыми плодами, яблони с красными вытянутыми плодами, яблони с зелеными вытянутыми плодами. При этом, обратите внимание, соотношение, да, 3, 3, 1, 1. А сколько у нас там было? 37, 37, 14, 12? Ну, тут я всегда детей спрашиваю, вам не кажется, что соотношение похоже? Вот. Здесь, как правило, долго не думают и говорят, да. Соотношение похоже. Ну как с нашей новой гипотезой дело обстоит? Она подтвердилась? Да, она подтвердилась. Вот, я даже прошу их, вот запишите одно под другим. То, что у нас по решетке Пинета вверху, 3, 3, к одному, к одному. И то, что внизу в условии. И потом поставьте вот такую вот фигурную скобку и напишите слово «близкое» с восклицательным знаком. Это как раз свидетельство того, что наша гипотеза относительно генотипов родителей оказалась верной. Но тем не менее, вот не получается у нас тут 9 3 3 к 1. Опять я ошибся, написал генотипическое соотношение, хотя надо было писать фенотипическое 3 к 1. Вот не получается у нас. Что-то тут не так. Ну, понятно, что не так. Мы же не двух гетерозигот скрещиваем. Давайте примерно используем. Сначала мы находим соотношение в потомстве по цвету. Ну, красная окраска 37% плюс 14%, а зеленая окраска 37% плюс 12%. Ну, в общем-то, практически один к одному. Я понимаю, не ровно один к одному, да, потому что здесь не равно 14, не равно 12, но близко. Ну, может быть, один к 0.
99. Но все равно это один к одному, по большому счету. А теперь то же самое пишем по форме плота. 37 плюс 37, да, это с кругом. 14 плюс 12, это у нас 8. Ага, 3 к 1. 1 к 1 и 3 к 1. Вообще так, одинаковые или разные результаты? Ну, тут опять-таки все дети дружно говорят, разные. Это замечательно. Так тип наследования-то какой? И они мне все хором отвечают, независимо. Чудесно. Из этого я делаю вывод, что метод освоили. И теперь, когда они встретят такую задачу, неважно где, на едином государственном экзамене или на Олимпиаде, или просто когда будут оценивать новое пособие, ну, захочется задачки порешать, встретят такое. Вот они никогда, скажем так, применив этот метод, они никогда не спутают сцепленное наследование с независимым. Я могу быть спокойным. Вот. Ну, еще какие варианты бывают вот такие вот промежуточные. Очень интересный вариант, в смысле, для меня-то он не особо интересный, задача на самом деле банальная. Интересно то, что дети неправильно здесь часто определяют тип наследования. Это вариант задачи, кстати, очень часто встречающейся на ИГЭ, когда анализируются два признака, то есть дегибридные скрещивания. Но при этом один ген сцеплен с полом, а другой находится в аутосоме. И очень часто, прочитав условия такой задачи, говорю, ну что, доверие, тип наследования какой? Независимый или сцепленный? Они мне все сразу сцепленный, да. Магическая фраза, ген сцеплен с полом, значит наследование сцепленное. Извините. Уважаемые дамы и господа, не сцеплены, независимо. Ну как же так, Антон Вячеславович? Ну ген-то сцеплен с полом, говорит, это один ген сцеплен с полом, а другой в аутосоме. Ген-то в разных хромосомах сидят. Что, не верите? Давайте проверим. Как говорится, главный критерий – практика. Вот задача. Дальтонизм – это рецессивный признак, сцепленный с X-хромосомой. Но это они, как правило, в учебниках знают. Альбинизм – рецессивный аутосомный признак. Этого они, как правило, не знают, но верят в нас. У супружеской пары, нормальный по этим признакам, по обоим признакам причем, родился ребенок с обеими аномалиями, то есть дальтоник и альбинос. Какова вероятность рождения в этой семье здорового ребенка? Да? Замечательная расчетная задача. Но ЕГЭ такие встречаются очень и очень часто, иногда, что называется, чуть ли не в каждом варианте. Давайте решим. Итак, оба родителя были нормальными, но в то же время ребенок у них родился с аномалиями. Это нам о чем говорит? О том, что они гетерозиготы по гену альбинизма, причем оба. Теперь по поводу дальтонизма. Он, как вы помните, сцеплен с X-хромосомой. У мужчины, если он был нормальный, там, соответственно, только доминантная ген дальтонизма присутствует. Ну, мужчина-то XY, у него, для того, чтобы у него было нормальное цветоощущение, должен быть только доминантный аллель. У женщины, как мы помним, было нормальное цветоощущение, но вот раз ребенок дальтоник, значит там все-таки был в одной из X-хромосом вот этот самый аллель Г малая. Значит она где-то ребенок. Ага. Генотипы родителей мы определили. Вводим вот такие вот обозначения, причем для аутосомных генов по классике, а для сцепленных с половыми хромосомами аллелей мы вводим так называемую хромосомную запись. Даем схему скрещивания, анализируем гометы. Вот, собственно, генотипы родителей. Это, как мы видим, мама. Она гетерозиготна по дальтонизму. Это папу, у которого только доминантная аллель, потому что вторая хромосома Y, она никак не связана. Вот, расписываем гометы. Здесь я очередной раз, практически всегда,
сколько веду на курсах, сколько у меня разных детей. И каждый год одна и та же проблема. Всегда говорю, когда составляете гометы, ну не забывайте про Y-хромосому. Да, она совершенно балластна в данном случае. Она никакой роли в задаче не играет, но она есть. Поэтому мы обязаны ее писать. И в решетке Пинетта мы тоже обязаны ее указывать. Ну, вот здесь мы видим, я опять-таки рекомендую в данном случае подписывать признаки по нормальный цвет кожи, а С нормальный цвет ощущения. Вот мы видим все возможные варианты. После этого я, перед тем, как мы даем ответ на вопрос задачи, обязательно делаю такую сноску. Ну так, фенотипические классы посчитайте, пожалуйста. Они их считают. Что получается? Они мне все хором. 9 к 3, к 3, к 1. Так, ребятки, наследование какое? Сцепленное или независимое? Вот тут вот уже все хором. Независимое. Ну, что я говорил с самого начала. Независимое. Ну, а теперь давайте ответим на вопрос задачи. Для того, чтобы посчитать вероятность рождения здорового ребенка, то есть у которого нормальная пигментация кожи и нормальное цветоощущение, мы сначала посчитаем общее количество генотипов, которое обеспечивает подобное сочетание признаков, и придем к выводу, что таких вариантов, таких генотипов всего 9. А исходно у нас сколько? 16 вариантов генотипов. Ну, для того, чтобы вероятность рождения здорового ребенка рассчитать, нужно 9 разделить на 16. Вероятность 9/16, если в долях, или 56,25%, если в процентах. Здесь опять-таки обращу внимание на еще один момент. Это то, что в условии задачи что было? Вычислить вероятность рождения здорового ребенка. Поэтому мы рассматриваем все варианты генотипов, которые дают в фенотипе нормальный цвет кожи, нормальный цвет ощущений. Может быть, другая формулировка условия. Вероятность рождения полностью здорового ребенка. Это что значит? Это значит, что в его генотипе вообще не может быть рецессивных аллелей. Вот тут вот, конечно же, соотношение совсем по-другому считать. Давайте мы подмотаем, да? Если полностью здоровый ребенок, это вот генотип вроде вот такого и вот такого, да? То есть вот везде, где есть рецессивный аллель, даже если он не проявляется, вот вроде такого генотипа, да, мы уже такие генотипы не учитываем. Так что это я лишний раз детям всегда напоминаю, что следите за формулировкой условия. Какие еще бывают отклонения? Ну, собственно, больше отклонений никаких. Еще один тип задач – это как раз на нарушение сцепленного наследования в результате кроссингода. Как такую задачу определить сразу? Ну, задача определяется сразу, если в тексте присутствует фраза вроде «Расстояние между генами А и Б составляет 5,8 морганита». Так, ясно. Вот это задача на нарушение сцепления. Определите расстояние между генами С и Д. Тоже задача сцепления. Или более общая формулировка. Определите взаиморасположение генов в хромосоме. Если, всегда говорю детям, если видите эту фразу, значит, вот сразу отмечайте задача на нарушение сцепления. И, как говорили раньше, задача на неполность. Но иногда этой фразы не бывает. Как же тут определить наследование? Самое интересное, что обычно в задачах на нарушение сцепления, если у нас имеется дегибридное скрещивание,
В классическом случае фенотипических классов потомства 4. Как и при независимом. Но там нету 9 к 3 к 3 к 1. Там очень сильное нарушение численности в сторону нормальных потомков. Кроссинговеры все-таки редкое явление. Поэтому кроссовер, то есть тех, у кого генотип сформировался в результате кроссинговера, их очень мало. Ну вот, насколько мало, давайте убедимся, просто посмотрим. Гладкая форма семян фасоли доминирует над морщинистой, а красный цвет семян над белым. При скрещивании растений фасоли с гладкими красными семенами, с морщинистыми белыми, было получено следующее потомство. Вот столько вот гладких 4152, гладких красных, 149 морщинистых красных, 152 гладких белых и 4166 морщинистых белых. Определите тип наследования, сцепленное или независимое, цвета и формы семян у фасоли. Смотрите, конкретная диспропорция. Здесь 4000 с небольшим, а здесь 100 с небольшим. Это уже первый момент на то, что исходно вообще наследование должно было быть сцеплено, но произошло нарушение в результате кроссинговера. Вот такая вот неравномерность распределения по классам. Ну, давайте решать. Значит, растения с морщинистыми белыми семенами, скорее всего, точнее говоря, не скорее всего, а совершенно точно, рецессивная гомозигота. Потому что оба рецессивных признака, они больше ни у кого не проявиться не могут. Ну, с растением с красными и гладкими, опять-таки, совершенно непонятно. Может быть, либо доминантный гомозигот, либо гетерозигот. Но в потомстве есть расщепление. А оно не единообразное. Так что, скорее всего, дигетерозигота, то есть гетерозигота по обоим аллелям. Ага. Дигетерозигота с рецессивной дигомозиготой. Так, это нам что-то напоминает. Что именно? Тут уже детишки начинают тянуть руки. Антон Вячеславович, анализирующее скрещивание дигибридов. Правильно. Совершенно верно, господа. О, не зря занимаемся. Вы уже научились определять вот именно эту комбинацию. Так, а при независимом какое соотношение? Правильно, 1 к 1 к 1 к 1. При сцепленном 1 к 1. Наследование степени независимо. И виснет молчание. Потому что с одной стороны фенотипических класс 4, с другой стороны, ну вот нет тут 1 к 1 к 1 к 1. Скорее 1,9 к 17 тысячных, 17 тысячных к 1,9. Вот как-то так, если посчитать. Так, ну, там, дети же на занятия с калькулятором ходят, они все очень быстро считают. Так, и что это такое? Прошу прощения. Виснет молчание. Пауза затягивается. Пока в конце концов кто-нибудь из учеников, которые внимательно слушали мои предыдущие объяснения, робко тянут руку и говорят: Антон Вячеславович, нарушение в результате кроссинговера. Я говорю: о, правильно. Совершенно верно. А группа сцепления какая? Ну-ка, покажите-ка мне пальчиком. Они говорят: а, нет, ну это просто. Группа сцепления определяется по наибольшему количеству потомков. Гладкие красные наибольшие, морщинистые белые. Ага, значит, один доминантный сцеплен с вторым доминантным, а рецессивные тоже между собой сцеплены. Вот такие у нас группы сцепления. Замечательно, девочки. Вы ответили на вопрос задачи. То есть исходно наследование сцепленное, но по факту нарушенное кроссинговером. Вот это вот в ответе и запишите. Вот. Для самых, что называется, любознательных, самых трудолюбивых, подаю дополнительный вопрос. У меня на курсах обычно все любознательные и трудолюбивые, с моей точки зрения. Среди тех, кто хочет сдать ЕГЭ, других-то мало. Можете определить расстояние между вот этими вот генами в группе сцепления? Тут опять виснет молчание, дети углубляются в калькуляторы и в блокнот.
через некоторое время говорят: конечно, можем, Антон Вячеславович, вот та самая формула расчета. Нам нужно количество кроссоверов поделить на общее количество потомков и умножить на 100. Значит, расстояние между генами 3,4 морганиды. Вот. Я говорю: ой, ребятки, молодцы, замечательно. Вот на этой оптимистичной ноте я обычно с детьми занятия заканчиваю. Потому что как определить сцепленное независимое наследование, это обычно материал, ну, вот, на целый урок. И сегодня наше задание, то занятие, какое у нас занятие, беседа у нас с вами. Наша беседа тоже подошла к концу. Значит, следующая наша встреча ориентировочно состоится в январе. И я, так вот, посмотрев свои записи, я же всегда анализирую свои репетиторские занятия. Обычно дальше я уже разбирал с детьми конкретно задачи на Крессингуляр. Уже все вот возможные варианты этих задач. Я вот думаю, в январе нам про Крессингуляр поговорить, особенно если учесть, что актуальность его сильно возросла, и, может быть, что-то другое. Вот желательно, чтобы к Новому году вы, я не знаю, каким-нибудь образом там написали или прочее, сообщили, о чем вы хотите говорить. Как в чате, да, там, о кроссинговере, или, может быть, о чем-нибудь другом. Может быть, неоллинейное взаимодействие идет. Смотрю. Хотя их ЕГЭ нету, но все-таки интересно. Вот. Я надеюсь получить от вас информацию. В январе у нас беседа будет посвящена чему? Кроссинговеру или чему-то другому. Ну, напоследок хочу напомнить о том, откуда я вообще беру все эти замечательные задачи. Это Петросова-Мазяркина, биология, как сдать ЕГЭ, клетка организма, многообразие организмов, типовые задания, то есть первая часть, а также сборник задач и упражнений Деменкова-Соболева. Но сразу хочу заметить, не надо думать, что задачи, которые я разбираю на наших беседах, они один в один. Нет, мне скучно разбирать, я разобранные какие-то задачи, если не я. Вот, но беру их, как правило, вот из этих сборников. Ну и если какие-то вопросы, вот наш адрес, как реальный, так и виртуальный. Вот. Сейчас у нас вроде есть немножко времени ответить на вопросы. Так. Так. Если можно более подробно, поясните оформление заданий по ЕГЭ, да? Обязательно ли запись данных задач? Что ж, я на самом деле на прошлых вебинарах уже рассматривал на конкретных примерах, но давайте в январе я сконцентрируюсь. И еще раз даже представлю отсканированные варианты моих учеников ЕГЭ. Они такие хитрые, они там не присылали. Очень удобно. И даже ни разу не попался. Вот так. Можно ли писать А большую желтую окраску Семен вместо А ген, определяющий желтую окраску? На самом деле, скажем так, корректнее, конечно, второе. Причем не ген, а аллель. Потому что парная запись — это не ген. Ген он А вообще. Единственное неделение. А большое — доминантный аллель или аллель, определяющий желтую окраску семян. Да, корректнее так. Ну, а желтая окраска семян, если в черновике, быстро. Вот. Главное, чтобы дети понимали, что буквы обозначаются не признаки, а аллель. Если они это понимают, значит, ничего страшного. Хотя я согласен, да, вот это более корректная вещь. Буква обозначает именно аллель, а не признак. Так, ну, вроде все. Тогда давайте на этом мы с вами. Так, мне уже тут вот начинают писать кроссинговер. Хорошо. В январе будет кроссинговер во всей красе. Вот все варианты, которые у меня есть, рассмотрю. Это тоже где-то примерно на 45 минут, так что я не сильно утомлю этим кроссинговером. Вот, мы уложимся в наш обычный формат. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Поздравляю вас с наступающим новым годом.
годом и желаю вам интересных генетических задач и успешных решений в наступающем 2019 году. До свидания.